Готовлено каналом Уроки ТВ номер 8. С участка площадью 4 ара собрали 370 килограммов свеклы, а с участка площадью 5 ар 440 килограммов свеклы. Сколько килограммов свеклы собрали в среднем с одного ара? 370 прибавим 440. Получится 810. Столько килограммов свеклы собрали всего. 4 ара прибавить 5 ар будет 9 ар. Это общая площадь двух участков. 810 разделим на 9, получим 90. 90 килограммов свеклы собрали в среднем с одного ара. Ответ – 90 килограммов. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.